Не зря у меня 4000 часов наиграно. Дурак! Да что ж мне Буни перегородил путь? В этом ролике мы разыграем Дарис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, Стаканчик, Steam Куёко, Радекс, Сенко, Даникс. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, скажите веселые слова. Всем привет. Резня. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать в лабиринте с бешеной убийцей-куклой. Погнали! Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень интересное и трендовое, что заходит вам и нам. Ну что, все, все поразбегались, начинай нас мочить. Кстати, обратите внимание, я вижу его бошку в лабиринте. Смотрите, вон побежал, одни глаза. Хе-хе, прикольно. Не, так, я не вижу. Вижу, вижу, одна вон башка торчит. Не, я, кстати, почему-то и не вижу. А когда ты смотришь, надо глаза открывать. Я розовое вижу. Да, отлично, отлично. Да-да-да, ребята, кто не знал, для того, чтобы глядеть, надо глаза открывать. А не спорь. Так, так, а где он? А ну сядь на корточке, тебе видно будет? А, я тебя все равно вижу даже на картофанах. Ты очень большой кабан. Так, ребята, что, давайте по старой схеме на вышку, да? Я уже там. Да, я иду тоже туда. О, он уже кого-то мочит? Нет, не могу никого найти. Он будет с одним оружием, а в конце ролика он возьмет лазерный меч, который будет убивать с одного раза. Это будет, конечно, жестко. Сложно. Да, потихонечку идем себе, не спешим, веселимся и орем. Так, пацаны, он приближается, он уже пол лабиринта пробежал, так что ждите гостей. О, я буду отсюда наблюдать, как пацаны умирают, вон они все стоят. Ребята, кто хочет с нами записывать, ссылочка на наш Дискорд в описании, любой может зайти и записать с нами веселые классные ролики. Так что не теряемся, заходим и улыбаемся. Так, я вижу, вон он бегает там. Ой, блин, я упал, но это все. Это все. Зря я это сделал. Зато меня теперь не видит. Дим, давай путь подскажу. О, давай подсказу, так. Не, ему не подсказывайте, только мне. А кто калитку поставил на башню? Алло. Ой, так вот у нас башня калиткой закрывается, да? Вы, пацаны, видите меня? Да, вот ты, вот. Я правильно иду? Да. Отлично. Ребята, когда он подойдет к вышке, скажете, что идти сюда не надо, я не буду идти, потому что я реально боюсь эту куклу. Кто видел мой ролик вчерашний, то игра очень страшная. Я же со стула чуть не упал, когда эта кукла на меня выбежала. Так что, ребята, завтра ждите вторую часть прохождения этой игры. Это будет финальная часть, потому что игра очень коротенькая. Скоро не, возвращайся обратно, обратно. Не-не-не, я жду, пока он убьет всех пацанов там. А. Ладно. Или он не убьет никого? Ой, нет, это тупик. Да, я понял. Я не туда побежал, Дима, да? Дима, беги. Без спринта. Беги. Дима, быстро, быстро на вышку. Не, я убегаю. А, ты убегаешь? Ну, да, 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 все, я убежал, он меня уже не найдет. Дима, беги. А куда бежать-то? Куда-нибудь беги. Не, я боюсь. Ах, ты читер. А где он? А, он что, прыгает? Нет, он... но тебе повезло. Не понял. О, я вижу. Тенди. Спанч Боба. Ну, пацаны, когда он уже придет к вам на вышку, насчет вас мочи, я буду угорать с этого. А он на вышке. Пацаны, вот снизу. Он на вышке? Он снизу. Да. Так. Он выбежал с вышки. Он поднимается. Ребята, вам жипа. Кто калитки вам давал вставать? Я вижу вас, пацаны. Че, убил кого-то? Нет еще? Уже убил, он меня. Обидно. Отлично, ребятушки. Теперь я на вышке, а пацаны все спрыгнули. Ха-ха-ха, круто. Ой, я тебя вижу. Так, а теперь сидит, понаблюдаем, он... где же все бегают. О, я вижу, вот он побежал. Так, ребята, бежи, кстати, за нашим игроком. Отвали. Беги, беги, тебе жопа. Ребята, это очень напряженный момент, когда может один подписчик умереть. Ну хорошо, что не в реальной жизни, а просто в игре.
О, я спрыгнул с вышки. На всякий случай, потому что знаю, что он будет сейчас туда бежать. Поньк. Поним, здоров. Поньк, а где ты? А я сверху. А кто кузнечик? А, ты уже наверх. Не, именно на стенке. Это нечестно, я не понял. Вы прыгать, то калитки открывай, я не понял. Что это? Ну что ты хотел? Это кукла стрёмная, ее все боятся. Стрёмная, она добрая. Да какая она добрая, ты видел себя в зеркало? Очень стрёмный челик. Здорово. О, привет. А ты не запрыгнешь, надо только с вышки запрыгивать. Да, блин, с меча еще сложно попасть. Ай. Да? Если тебе будет тяжело убивать, бери тогда лазерный меч, который ваншотит. Да. Ага. Ой, нельзя использовать прыжки. Ты же читеришь. Ой, один, все нормально. Все нормально, да? И тебя вылечат. И меня вылечат. Так, а где он? А он там наверху. О, он тоже теперь прыгает. О, привет. Опа. Опа-па. Тихо-тихо-тихо. Ё-моё, блин! Мама! Мама! Блин, я что, один первый умер? Нет, не ну, зра... А, уже кто-то был, да, умерший? Ну ничего, зато теперь я появился, что в начале карт, и могу повеселиться здесь, походить и поорать с вас, как вы проигрываете. Блин, у него теперь читерское оружие, он теперь может очень высоко прыгать, так что... Блин, надо сложно, быть очень... Все равно тяжело, да? Да все равно тяжело. У тебя уже все преимущества и все привилегии для того, что ты мочил. Да я не могу, папа. Можешь, кстати, сможешь. Очень быстро перемещаться с этим мечом. Мне с контуром нас надо убивать, потому что я высокий слишком. А, кстати, да. Это тоже. А где он? А вон он на вышке. А мы все внизу, ты нас не убьешь. Ха-ха-ха. Думаешь? Конечно, я спрыгнул специально, чтобы ты мне не нашел, где я. Ребята, я чувствую, как он к нам идет и нам всем жопа. Разбегайтесь. Я вообще заблудился. А где он? Я вообще заблудился. Надо компас, пацаны, доставать. Да-да-да. Не, надо карту, мини-карту достать. Кстати, есть же моды на мини-карту, да? А, да, есть. Но это будет читерски, если ты будешь конкретно видеть лабиринт. Это ж прям вообще будет очень легко. Так, давайте вернемся немножечко. А где он? Кукла, а он возле башни. Он только что меня поджег, но не увидел меня. Я видел. И он обратно меня. Не, давай, догони. Он тебя догонит, не переживай. Дардрагон хорошо играет. Нехорошо играет. Так, а я бегу по карте. Давай, найди меня. Трындец. Что такое, сложно? Mm-hmm. О, я тебя вижу, ты стоишь на углу. Я вам прыгаю справа от тебя. Видишь? Вижу, вижу. Давай, прыгай ко мне. Ребята, а теперь мы сделаем очень красиво, он меня не найдет. Ой, ой, я теперь запутался, куда идти? О, все, отлично, сидим, сидим, сидим. Ладно, давай. Я паркурю. Где там паркуришь? А я тебе не покажу, что ты меня не нашел. Стоп, 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 стоп. Ну, у тебя есть большой плюс, ты можешь прыгнуть над картой и увидеть, где мы все там ходим, да? Ну, не совсем. Представьте, вот так сейчас я иду и иду, мы лоб в лоб с ним встречаемся. Это будет, конечно, трэшово очень. О, слышу, кто-то бегает, машет. Так, вроде бы все нормально. Тут все бегают. И машут. Это сложно все равно, в любом случае. Сложно, да? Угу. Мне нравится, что тебе сложно. Хорошо, что я не играю за куклу. Хе-хе-хе, было бы реально сложно. Кукла меня пролетела. Пацаны, а он до нас пришел. А где он? На вышке. Чпоньк. Чпоньк. Я потихоньку паркурю. Оп. Чпоньк. Хочешь, можешь серию сам 2 бензопилу взять? Тут все равно сложно будет. Сложно, да? Ее же любое оружие даем. Кроме админского пистолета, так любой можешь брать. Админский пистолет это прям вообще читерский будет. О! Привет! Чё там? Ай, так мы так что? Жопа горит. Да слышь, убери свой меч, вонючий, отвали от меня! Да хватит жечь мне жопу, сейчас в жизни убьются! Ну давай, давай, достань, достань меня, ты же меня не достанешь никак. Ну он может прыгнуть. Ну он может прыгнуть, но может и не прыгнуть. Эй, электрожоп, отвали! Оп. Оп. Он еще прожигать может.
Все, я запрятался, как бы. О, привет. Точно? Да, я тут. Привет, как ты будешь меня убивать? Да, не достанет, я же хороший игрок в Гаррис Мод. Не зря у меня 4000 часов наиграно. Дурак! Да что ж мне Бонни перегородил путь? Мы лоб в лоб с ним встретились. Да господи, я так испугался, у меня аж волосы повыпадали. Ну че, где ты? Вижу, 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 прыгает. Блин, меня уже два раза убил. Это реально страшно, когда эту куклу встречаешь лоб в лоб. Очень высокая и очень такая... Ну, прикольно разработчик сделал. Вы знаете, кто игру сделал? Puppy Playtime? Какой я разработчик другой игры? От ФНАФа разработчик. Да, он ждал ФНАФ, следующий думает, сделаю я сам игру. И сделал отдельную игру. Сам себе режиссер. Молодец. Молодец. Ну? Надо ему лайк обязательно поставить. Конечно. Понял? А игра какая классная. Кто не играл, рекомендую поиграть. Она дешевая, но очень стрёмная. Деньги появятся, куплю. Так, так. Их... Ё-моё! Мама, 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 отвали! Пожалуйста, пожалуйста, пощади меня. Пощади! Отлично, ребята, я его обманул. Кстати, это было очень классно. Когда у меня получилось убежать от этого вонючей куклы. А мы наверху все. Он бежит, он бежит. Дима, зачем ты его наверх? Отвали! Кассажоп, кассажоп! Мама, прощай! Да что ж ты меня убиваешь, блин? Я так боюсь тебя, когда ты ко мне подходишь. Ну ничего, ничего, хорошо. Я запомнил твою текстуру на лице. Ну чё, где ты? Я тебя не боюсь. Он в башне. А представьте, мы сейчас возьмем все оружие и будем его мочить. А давай. Короче, ребята, давайте все берем мечи Звездные войны и будем его гасить. Ты готов? Проиграть. Да. Ну чё, ребята? Прыжок. Сейчас кукла от нас будет убегать. А я его вижу, вот он бежит. Теперь я тебя загашу. Так, а куда он слинял? Пацаны, он в воде. Да-да-да-да-да. А ну иди сюда, я тебя догоню. Вот он паркурит. Вот он паркурит. Видите его? Классно с этим мечом да. Паркурит, мне нравится. Вот он. Попробуй видите. Да я тебя убью, зараза ты вонючая. А, блин, от этих стен отталкиваюсь. Нифига себе ты паркуришь с этим мечом, тебе не догнать. А как тебя догнать? А вот. Привет! Да пацаны, докажите его за меня. Убей его, это тварь. Он мочит наших, да что такое? А ну иди сюда. Мочите его. Вы что, убить его не можете? Ну давай. Тихо, я боюсь подойти к нему. Отвали от меня. Отвали. О, я своих мочу, извиняюсь. У тебя жизни много, да, Драгон? А кто запрещен? Вот так вот ты лежишь. Нечестный игрок. Угон. Да у него жизни много. Вы видели, сколько у него жизни? 8000. Хорошо. Я улетаю. Ребята, прощайте. Я надеюсь, я выживу. 3, 2, 1. Выжил. Вот это прикол. Драгон, ну так же честно. Если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. И посмотри мои ролики еще. Пацаны, вам подарок.